Та-дам! Три коробки. Мы получили сегодня заказ. А, забыла представиться. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня мы получили последний заказ по каталогу номер 13. Компания Oriflame. И быстро-быстро показываю, что пришло. Потому что времени нет. Тем более каталог уже заканчивается сегодня. Как же его вскрыть-то? Я не знаю, честно говоря, такое чувство, что эта коробка вообще пустая. Я не знаю, в ней, наверное, просто накладная лежит. Так. Так, первая коробка у нас. О, нет, не пустая. Кисть. Я выписала кисть вместо платы за доставку. Очень крутой прям вариант. Это кисть. Джордани. Не буду открывать. Красивая, классная кисть. Супер просто. Следующий заказ. Так, вот. О, я волшебница. Я справилась без ножниц. Так, здесь уже побольше всего. А, это все под заказ. Прям последние клиенты налетели. Три крема, то есть крем очищения 3 в 1. Говорят, что это очень крутая штука, потому что вот одна клиентка заказывает всегда по 3-4 штуки сразу. Далее, тоже это под заказ одной клиентки. Тоник, чайное дерево. Кстати, очень крутая штука, если вы хотите, чтобы кожа там не было воспалений, было все круто, хорошо. Что здесь? О, знаю. Здесь у нас база под макияж. Ой, не буду открывать, потому что под заказ не открывается коробочка. База под макияж The One, кстати, ну, как праймер. Обязательно используйте под тон. Всегда наносите праймер. Вы увидите, как классно изменится ваша кожа и как будет хорошо лежать тон. Вот, кстати, тон тоже под заказ. Новинка Master Creation серии Giordani Gold. Это теперь мой любимый тон. Я им сама каждый день пользуюсь с огромнейшим удовольствием. И вот тоже заказывают часто. Уже, по-моему, третий в этом каталоге. Сыворотка Optimals тоже под заказ. Хорошая сыворотка, увлажняющая, классно на кожу влияет. Ничего не открываю, видите, да, все под заказ. Это тоже заказала клиентка. Она взяла одну вот эту вот перчатку. А ей говорю, а что одну-то? Надо две брать. Сразу две одеваешь на руки и мочалишь все как следует. Так, дальше поехали. Так, это я себе еще одно масло взяла. Вы знаете, как я его люблю, масло чайного дерева. Так, это кто-то заказал. Если получится открыть, покажу. Наверное, всегда интересно посмотреть цвета помад и блесков. Так, что здесь у нас? Сейчас код скажу сразу. А коды-то я и не вижу. Вот он здесь. 33-381. И это у нас какой-то шикарный блеск. Да, ух ты, слушайте, какой цвет красивый. Вау, я даже такой не видела. Бывает, иногда пропускаю что-то интересное, надо будет посмотреть повнимательно. И еще один блеск, это тоже под заказ для клиентки. И здесь всякие-всякие бумажки, бумажки, каталог. О, кстати, шикарный журнал Oriflame новый, мне он очень нравится. Прям рекомендую, читайте, наполняйтесь информацией. Так, а здесь у нас пылесос. Наконец-то мы его получили. Пылесос у нас идет по акции. Это он практически весь куплен на Ори рубли. Чуть-чуть прям мы доплатили, по-моему, 1300. Сейчас я его открываю. У нас, конечно же, есть пылесос, а этот я подарю дочке. Потому что у нас такой крутой пылесос. Им пользоваться умеет только Миша. Мне это нравится. То, что мне не приходится пылесосить полы дома. Так, что у нас? Philips. Ух ты ж, классно. Ух ты ж, как классно. Скрываем. Я правильно все делаю? Ребят, вы видите, я не очень опытный человек в этом, в распечатывании. Так, я думаю, что ножницы не стоит далеко убирать. Па-дам! Так, ух ты, тяжелая какая. Раз тяжелая, значит качественная. Я просто... Большой, хороший шланг. Ух ты, а здесь еще какие-то щетки. Так, надо будет разобраться, как этим пользоваться. Вы видите, да, тут какая-то щеточка.
Слушайте, какой он красивый, а? Тут, вау, я только вообще первый раз вижу. Тут силиконовые вставочки, щеточки. Покажи ближе. Иди сюда. Тут здесь всякие щеточки, потом силикончиковые сгребалочки. Ой, ну я думаю, он будет хорошо чистить. И сверху прозрачненько все, и это, наверное, открывается. Слушайте, класс. Еще что? Еще одна насадка. Вообще другая. Сейчас вам покажу. Та-та открытая, это запечатанная. Ого! Вот это пылесос крутой. Тоже все щеточки, силикончики такие клевые. Ну и сам пылесос, как вы уже поняли, его цвет. Ой, какой красивый, кстати, мой любимый цвет. Такой голубой. Прям мне под глаза. Йо-хо. И он нормальный, потому что он не тяжелый. Мы сможем им пользоваться, если Мише некуда делать уборку. Мы с вами уберемся. По-моему, все. И инструкция внутри. Вот так. Нас с подарочком. Я считаю, что это практически подарок. А вам желаю вкусных, классных покупок. Участвуйте во всех акциях от компании. И знаете, что компания исполняет все свои обещания всегда на 100%. Обещали пылесос? Прислали. И так далее. Оп. Шорты брюки превращаются. Брюки превращаются. Все, ребят, пока, мы побежали закрывать каталог. Вам удачного тоже всем закрытия. До новых встреч. Пока-пока.